Президент Международного комитета игр «Дети Азии» проверил ход подготовки к предстоящим соревнованиям. На сегодняшний день стадия подготовки завершена. Объекты проведения игр, пункты питания, гостиницы уже ждут спортсменов, организаторов и гостей. Особое внимание уделили корпусу волонтеров. В этом году помощь подготовке окажут и серебряные волонтеры. Одному из них 71 год, и несмотря на свой зрелый возраст, он наравне со всеми готов оказывать необходимую помощь. Впереди у оргкомитета совещание, объезд объектов, приемка и готовности. Напомним, до старта 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» остались считанные дни, а программа уже поминутно расписана. На сегодняшний день уже стадия подготовки, она, так сказать, завершена. Начались уже первые заезды всех категорий участников. Сегодня мы посмотрели аккредитационный центр, так сказать, испробовали на себе всю логистику прохождения аккредитации от сдачи ПЦР-теста, заканчивая проверкой данных и получением бейджа. Также мы посмотрели центр волонтеров, который проходит тоже аккредитацию, выдача аккредитационных бейджов, экипировки, место питания, место размещения, те, в каких условиях они будут проживать, питаться. Поэтому я могу сказать, что условия для волонтеров созданы, ну, максимально комфортные. Вот. Я думаю, что это самое главное, потому что те люди, которые, начиная уже с сегодняшнего дня и до провода самолета, они будут делать эти игры, организовывать и помогать всем организаторам. Поэтому я думаю, что вся та работа, которая проведена и на сегодняшний день завершается, это такой хороший стимул и хорошее наследие для Приморского края, который по завершению игр все эти люди останутся здесь, понимание, как организовывать, как проводить игры –